Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Федор Ашифин, проект Инфомастер. Итак, мы сегодня рассмотрим, как зарабатывать на своем канале YouTube, да? Потому что меня постоянно спрашивают, вот раз объясняешь, как создавать ролики, как их закачивать, как оптимизировать, какие-то аннотации там вставлять, а где же деньги? Ну вот сегодня мы рассмотрим 7 способов монетизации своего канала. Все оказывается гораздо проще, чем кажется. Не скажу, что я их все использую на своих каналах, но тем не менее, в основном я видел, что они работают у других людей. У себя я использую только там 3 основных из них. Итак, что нужно для того, чтобы хотя бы начать работать и начать монетизировать канал, да? Ну, прежде всего, нужен сам канал. Следующие это видео, нужны загруженные видеоролики. И желательно, чтобы эти видеоролики были, ну, более-менее популярны. Их нужно грамотно оформить, оптимизировать, да, написать запросы, по которым эти ролики должны находиться. Все это вы видели в предыдущих моих видеоуроках. Точно так же, как оформить канал. Канал должен быть оформлен и должен как бы запоминаться людям. Третье, что нужно, это система набора подписчиков. Здесь это очень важный момент, потому что, смотрите, вот от количества подписчиков напрямую зависит, то есть количество просмотров ваших видеороликов. Чем больше подписчиков, тем, само собой, больше просмотров, тем больше ваш заработок. Как настроить эту систему? Ну, я вам показывал в прошлом видеоуроке. Это вставка аннотации в ваше видео. Они должны присутствовать обязательно. Вы должны призывать людей, чтобы они обязательно проходили, кликали, подписывались, ну и так далее. Да? Следующий момент – это, ну, конечно, нужны подключенные соцсети. То есть каждое ваше действие на YouTube должно отображаться в ваших социальных сетях. И если вы зарегистрированы там в каких-либо группах, и члены ваших групп все это видят и также переходят, смотрят, что ж вы там видели такого интересного, ну и так далее. Да? То есть с соцсетей именно на YouTube идет трафик очень и очень хороший. И пятый, нужно общаться внутри самого YouTube, то есть ходить, также подписываться на чужие каналы, родственные, да, которые похожи по тематике вашему каналу, как-то там комментировать, завязывать перепалку какую-то, это все очень полезно, потому что вы комментируете, да, но точно так же будут заходить и к вам, вас комментировать. И роботы YouTube видят, что у вас на канале идет какая-то активность, и ваше видео будет поднимать в рейтинге, это очень-очень важно. И теперь давайте рассмотрим, какие способы, да? Все 7 способов. Первый способ – это, конечно же, партнерская программа самого YouTube. Бытует мнение, что в ней зарегистрироваться очень сложно, что это только для штатов. Пишу вас уверить, что теперь она доступна всем жителям России, Украины, всему постсоветскому пространству. Немножко, конечно, тягомотная такая регистрация, нужно себе подтвердить, не так, как если регистрироваться через Штаты. Там все проходит в автоматическом режиме. И для того, чтобы зарегистрироваться, вам нужно, ну, хотя бы 1000 видео у вас уже должна быть. Но тут надо еще немножко дружить с головой и думать, да. И видео бывает 2 типов. Ну, можно его разделить, да. Ваше авторское видео и видео, которое вы взяли, ну, даже с других каналов. Мы берем другое, чужое видео, допустим, нарезаем какие-то нарезки, вставляем свои комментарии, там какую-то фоновую музыку вставляем, чтобы немножко изменить. Но, тем не менее, YouTube уже научился все это дело распознавать. И поэтому, если вы будете использовать не свое, а не авторское видео, а чужое, да, рано или поздно, конечно, у вас выкинут из этой партнерской программы. Поэтому партнерская программа подходит только тем, кто загружает свое авторское видео, то есть свои скринкасты, свои видеоролики, что-то вы там на видеорегистратор снимаете, ну и так далее. Ну а сама регистрация довольно-таки простая. В будущих видеоуроках я вам покажу, как это все делается, расскажу, как это происходило у меня, но даже могу сказать, что партнерская программа YouTube, она дает какие-то привилегии при работе с самим сервисом, поэтому зарегистрироваться стоит попробовать. Следующий способ – это оплата за действие. То есть в своих видеороликах вы рекламируете какой-то сервис, да, люди переходят на этот сервис, делают регистрацию, и вы получаете от этого сервиса какое-то вознаграждение. Это может быть игровой сервис, может быть, допустим, сайт знакомств, ну и так далее. Давайте немножко подробнее остановимся, потому что это один из самых, как бы, доступных способов монетизации.
вы его можете применять вот буквально с первого видео. Не надо набирать кучу подписчиков, кучу просмотров, вы можете работать сразу. То есть разместили видео, и под этим видео рекламная ссылка, кому вы что предлагаете. Ну, конечно, надо это все грамотно оформить. Но как бы это самый-самый доступный способ монетизации. Сервисы для монетизации, ну, допустим, есть такой сервис, это spapartner.ru. Там собран каталог, очень мощный большой каталог партнерских программ инфобизнеса. Вы идете, регистрируетесь на CPI-партнере, заходите туда как вебмастер, не как рекламодатель. И вашему взору открывается каталог партнерских программ. Выбираете нужную. Там за действие цена за регистрацию порядка от 5 до 10 рублей. То есть вы рекламируете чью-то рассылку, люди переходят, регистрируются в этой рассылке, а вы получаете свое партнерское вознаграждение. Обычно по мере того, как на вашем счету накапает 100 рублей, партнер обязан вам выплатить ваше вознаграждение. Один из способов, следующая оплата за действие, это сайты знакомств. Сайты знакомств вообще платят очень хорошо, и это такой способ монетизации. Есть сайты знакомств, это знакомство наших девчонок с иностранцами. Там за регистрацию вы получаете от 5 до 6 долларов. Ну, регистрация для девчонок, само собой, платная, поэтому... Но, тем не менее, это очень-очень хорошо работает. И, как бы, если тематика вашего видео подходит, то почему бы нет? Можно попробовать, потому что платят реально неплохо. И следующее, тут есть целые биржи с оплатой за действие. Ссылки на эти биржи вы можете получить у меня на сайте внизу этого выпуска. Да? Проходите, кликайте, скачайте целый список ссылок к рекламодателей, которые платят за действие, именно за регистрацию. Так что этот способ, я думаю, он самый-самый такой доступный для тех, кто только-только начинает. Следующий способ – это прямая реклама товаров. Способ, сразу скажу, такой мудрёный и подходит именно тем, кто работает, допустим, снимает видео на своем каком-то регионе. И может напрямую общаться с рекламодателем для того, чтобы, ну, грубо говоря, не кинули. Да? А кинуть могут, реально могут. Потому что если искать рекламодателя через сеть, ну, через Яндекс, как бы ответов тоже есть, порядка 600 тысяч ответов. Но найти порядочного рекламодателя, который будет платить напрямую, ну, очень-очень трудно. Поэтому такой способ сомнительный. Но если вы работаете регионально, то есть со своим регионом, то почему бы и нет. Можете попробовать, можете работать. Так, следующий у нас способ – это реклама партнерских продуктов. Ну, здесь все довольно-таки просто. Вы находите нужную вам партнерскую программу, которая подходит по тематике, да, и уже рекламируете по партнерской ссылке. Этих партнерских программ в интернете сейчас просто-напросто немерено. Заходите в Яндексе, точно так же набираете «Найти партнерскую программу для рекламы». Вам их выдаст, ну, немерено. Но дело в том, что есть тоже свои углы. Как говорится, многие партнеры наделали партнерских программ, но толком не выплачивают своих вознаграждений. Некоторые просто рекламируют откровенную туфту, которая тупо не продается. Тут надо немножко посмотреть, подумать, выбрать то, что реально работает, то, что продается, и то, что подходит по тематике к вашему видео, да? И следующий момент, это самый, наверное, интересный способ, пятый, да, это подписка на собственную рассылку. Недостаток этого способа в том, что он достаточно трудоемкий и достаточно долгий, потому что вам нужно набрать сначала подписную базу, потом только вы уже ее начнете монетизировать, но он очень и очень прибыльный. Смотрите, рассылка по подписной базе хотя бы в 1000 подписчиков уже стоит порядка 1000 рублей. 2000 подписчиков – это уже 2000 рублей. 3000 подписчиков – это уже 3000 рублей. Дальше идет уже как бы немножко другая сетка, потому что, допустим, если у вас будет 20 тысяч подписчиков, из них активных реально будет там 5-6 тысяч. Поэтому, ну, выше 5 вряд ли кто-то может продать выпуск своей рассылки. Хотя я знаю подписные базы по 50-60 тысяч, и люди в них продают порядка 1000 долларов за выпуск. Рекламодателей стоит буквально очередь. Какие тут нюансы? Рассылку нужно заводить на смарт-респондеры. Ну, не рекомендую там JustClick, там Subscribe и все такое.
Потому что на смарт-респондере вы можете человеку, во-первых, показать реальное количество своих подписчиков, реальный отклик при рассылке письма, ну и так далее. Вы можете дать своему рекламодателю свою четкую статистику своей рассылки. Если на JizzClick этого, допустим, нету. Мне вообще не очень нравится этот сервис, хотя все говорят, что он отличный. Ну, на вкус и цвет. Я люблю смарт, мне он нравится, там все четко работает и письма все доходят подписчикам. Так, подписка на собственную рассылку. Способ очень хороший, действенный, но долгий. Нужно работать. Начинает работать, когда у вас накопится хотя бы 1000 подписчиков. Я сейчас ставил ссылки только на несколько видео, да, с рекламой своих рассылок. И народ пошел, ну, действительно так внушительно. Сейчас у меня с YouTube основной поток подписчиков идет. Я уже там поубирал другие способы. Здесь как бы бесплатно, и народ идет довольно-таки резво. Следующий способ — это продажа собственного инфопродукта. Ну, это уже способ для продвинутых людей. Те, кто обладает какими-то знаниями, те, кто уже создал какой-то инфопродукт и продвигает его в сети. Через YouTube продавать его вполне реально. Этот шестой способ действует в связке с пятым способом. Это подписка на собственную рассылку. То есть вы подписываете на собственную рассылку и в этой рассылке продаете уже собственный инфопродукт. Ну или же, если у вас нет еще собственного инфопродукта, вы можете купить продукты с правами перепродаж. Вложитесь буквально там 1000-2 гривен, даже 1000 гривен можно хороший пакет инфопродуктов купить и начать их уже, собственно, продавать. Отбивается все очень-очень быстро. Продукты с правами перепродажи почему-то покупают даже лучше, чем отдельные инфопродукты. Потому что каждый покупает их даже не для того, чтобы изучить и применить на практике, что очень печально, нужно применять. А все в основном покупают для того, чтобы сразу же их начать перепродавать. Значит, шестой способ – это продажа собственного инфопродукта. И седьмой способ – это продажа рекламной аннотации на другой канал или видео. Этот способ хорош тем, что он доступен сразу же после того, как вы загрузили первое свое видео. Оно должно получить, конечно, хоть какие-то просмотры, но тем не менее вы можете уже смотреть, искать каналы со сходной тематикой и предлагать авторам этих каналов там за какую-то небольшое вознаграждение. Много здесь не запросишь, это реально, потому что в третьем способе кинуть могли вас, то в седьмом способе кинуть можете вы. Поэтому дорого вы рекламу аннотации на другой канал или видео вы у себя не продадите. Но, тем не менее, способ работает, и я, допустим, я бы сам с удовольствием купил бы аннотацию другую на других каналах, на свои ролики и свои видео. По аннотациям люди реально хорошо переходят. Вот такие 7 способов. Да, согласен, просто так деньги с неба не падают. Везде нужно работать. Но, тем не менее, ответ на вопрос, что можно ли монетизировать свое видео, по-моему, да, более чем исчерпывающим. Ну, с вами был Федор Ашифин. Заходите на мой канал, на мой блог, подписывайтесь на мою рассылку или на мой канал. И вы узнаете, как более подробно, как монетизировать, какие есть нюансы и другие способы заработка на своем канале в YouTube.